Краевые семейные спортивные игры «Стартуем вместе» – это прекрасная возможность для популяризации физкультуры и укрепления спортивных традиций в кубанских семьях. В финал игр вышли самые лучшие команды муниципалитетов. И вот все они встретились в Славянске на Кубани, чтобы побороться за лидерство. 42 муниципальных образования Краснодарского края прислали своих представителей в Славянск на Кубани, где в легкоатлетическом манеже «Олимпиец» состоялись финальные соревнования семейных игр. Наш район не случайно снова оказался в центре внимания краевой спортивной общественности. Здесь есть все условия для проведения важных состязаний. Мы проводим данное мероприятие в городе Славянске на Кубани традиционно. Здесь прекрасная спортивная база, которая предоставляется нам для проведения соревнований. Шикарная судейская бригада, которая обеспечивает проведение данных соревнований. Поэтому вообще наши соревнования проводятся с 2009 года. В этом году мы немного изменили формат проведения данных соревнований, и мы провели раздельный зачет среди семей с мальчиками и среди семей с девочками. Этим соревнованиям предшествовала серьезная подготовка спортсменов. Немаловажен и психологический настрой, который позволяет преодолевать стартовое волнение. Финалисты соревновались в 4 спортивных видах. Настольном теннисе, шашкам, дартсе и легкоатлетической эстафете. Борьба была очень упорной. Главное, нужно выступать ровно, показав во всех видах как можно более высокие результаты. Это полностью удалось сделать семье Кузнецовых из Усть-Лабинского района. Они выиграли золото в шашках и дартсе и серебро в настольном теннисе и легкоатлетической эстафете. В общекомандном зачете среди семей с мальчиками они первенствовали с блестящей суммой мест. Мы не первый раз принимаем участие в краевых семейных соревнованиях. Первый раз получилось так, что мы стали призерами в каждом виде соревнований. Ну, сбылась наша мечта, мы стали победителями, мы упорно тренировались, занимались спортом, все наши члены семьи занимаются спортом за здоровый образ жизни. Достойно представили наш район. Ну, сегодняшним выступлением мы гордимся. Среди семей с девочками в общем зачете победили представители Славянского района, семья Тимовских из Коржевского сельского поселения. Они, взяв золото в дартсе, уверенно выступили во всех остальных видах и взошли на высшую ступеньку пьедестала почета. Конечно, я очень рад. Ну, наверное, на любые всегда соревнования настраиваемся и семью настраиваю быть только победителями. Двое деток у нас занимаются именно серьезно волейболом. Дочь уже занимается 2 года. Сын чемпион Краснодарского края по пляжному волейболу. Мы по возможности всегда ходим заниматься волейболом, дартсом, настольным теннисом. То есть постоянно стараемся двигаться. Ведем активный образ жизни. Мы с семьей стараемся выезжать хотя бы раз в месяц в горы, пешие походы. То есть стараемся и сами не отстать от детей, потому что они, ну, будем так говорить, более активнее, наверное, даже, чем мы ведем образ жизни именно в плане спорта. Победителям вручили кубки и медали высшего достоинства. Всем участникам семейных спортивных игр «Стартуем вместе» отличные памятные подарки. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».